Приветствую всех на канале «Шинный эксперт». Как обычно, с вами Владимир Вавилов. И мы продолжаем вновь начатую нами новую нашу тематику. Это грузовые шины. И вместе со мной в студии один из ведущих специалистов по грузовым шинам Камиль Нургалиев. Сегодня говорим о, опять, грузовых шинах, но предназначенных для эксплуатации на карьерах. У нас модель компании Triangle TR-691JS. Камиль, коротко о компании, ну и дальше перейдем к модели. Ну, Triangle достаточно известная компания, работает на рынке грузовых шин уже больше 20 лет, ориентирована на Европу, соответственно, и в России достаточно известная компания. Ну, я знаю, да, даже и в Америке это действительно так. Последнее интервью, которое я читал в зарубежной прессе, их директор по грузовым шинам сказал, что да, Triangle ориентирован на европейский рынок и для того, чтобы, так сказать, как бы быть конкурентоспособным с ведущими мировыми производителями. Ну что ж, возвращаемся к нашей модели TR-691JS. На боковине шины этой шины написано «Mining Use Only», то есть она предназначена только для карьеров. Почему? Ну, во-первых, здесь скорость принесена в жертву грузоподъемности и массивности протектора, стойкости протектора к порезам и повторяющимся агрессиям. То есть здесь специальная резиновая смесь, которая очень мягкая, выделяет много тепла при качении, но за счет этого позволяет меньше, скажем, резаться, пробиваться камнями, соответственно, как раз таки соответствует карьерной эксплуатации. Ну, любимая тема многими, скажем так, водителями грузовиков – это нормослойность. Здесь, для информации, всем говорю, 22 ПР, хотя Камиль говорит, что это уже достаточно устаревший показатель и индекс, но он пришел к нам из диагональных шин, но до сих пор многие водители ориентируются именно на него. По внутреннему строению здесь однослойные каркасы стали и трехслойный брекер. Что это нам дает? Здесь классическая схема, да, здесь два воображаемых слоев 22, фактически три слоя брекера, достаточно толстых, это не те слои брекера, которые у дорожных шин. Это дает нам хорошую грузоподъемность, это дает нам хорошую стойкость от пробития посторонними предметами. Маркировка Traction M plus S. Ну, M plus S — это декларативная маркировка, то есть шина может использоваться и зимой, и в грязи, и летом, и когда угодно. Ну, Traction — это тяговая шина, тоже маркировка достаточно, может быть, уже устаревшая, но тем не менее, да, то есть она специальная шина для ведущей приводной оси. Значит, размер у нас здесь 315 на 80, R22,5, и индекс скорости вот этот D, да? Это 65? 65 км в час, все верно. То есть эта шина, в принципе, еще раз повторюсь, она не предназначена для автострады, а только для эксплуатации именно на шахтах и, там, и карьерах. Ну, в общем-то, карьер, да, ее стихия, если взять среднюю полосу России, это гравийный карьер, их очень много, да, строительство идет везде. То есть карьер каменистый, известковый, гравийный. Это как раз то место, где ее можно использовать на обычных самосвалах, либо на специализированных в размере 315-80. А там, где дистанция от точки погрузки до выгрузки 2, 3, 5, 10 километров и нет асфальта от слова совсем. Ты упомянул такой параметр, как индекс грузоподъемности. Здесь что такое, что здесь необычно? Или какие возможности у этой шины? Возможности у нее колоссальные. Если вы поищете среди европейских производителей что-нибудь подобное, вы не найдете. Здесь индекс, на секундочку, 167-164. Ну, 164 – это значит, что эта шина, 4 шины на оси, могут спокойно нести 20 тонн. Это очень много. Европейская шина будет нести 13,5. Китайская строительная там, да, 15 тонн. 20 – это прям здорово. Но, оговорюсь, скорость здесь принесена в жертву. То есть ее 65, да, мы не превышаем. Да. Теперь вопрос у меня по поводу установки. Это ведущая ось или на все оси можно устанавливать? Ну, в карьере так уж повелось, мало кто ставит рулевую ось, потому что необходимости такой нет для того, чтобы, скажем, сплошных ребер для передачи какой-то информации и руления. Но зато есть необходимость иметь стойкость к камням. И плюс еще в карьере часто встречаются машины 6x6, полноприводные. Соответственно, обычно в карьере
обувает все-таки всю машину в одну шину. То есть один рисунок. Теперь вопрос у меня по поводу соблюдения давления, перегруз, не перегруз. Вот то, что обычно, ну, будем так, достаточно как бы чувствительно для автомобилей, которые вот, для дальнобойных машин, я скажу. Ну, давление, в общем-то, это единственное, что несет нагрузку в шине, давление воздуха. Оно должно быть одинаковым во всех шинах. Насколько я понимаю, здесь должно быть 9 или 9,5 атмосфер на холодной шине. Но что касается перегруза, ну, ее достаточно сложно перегрузить на самом-то деле. Это проблемка та еще, то есть получить перегруз. Конечно, можно, но, скажем так, наверное, какой-то небольшой запас она выдержит. Я даже уверен в этом, да. Ну, достаточно трудно перегрузить такую машину, да, то есть 20 тонн, ну куда уж больше, ну 22 там, да, пусть. Существует ли понятие вот дистанции пробега у карьерных шин, если вот я говорю, там, есть, они меряют количество пройденных километров в час. Здесь именно для этой шины такого параметра мы не видим. То есть это некая переходная еще история, потому что 65 км в час с точки зрения настоящих больших карьерных шин, это просто какой-то гиперспорт, это суперскоростная шина, потому что там есть и 30, и 25, там, да, ну, это все-таки где-то на распутье дорожной и совсем уж вот этой вот карьерной крупногабаритной шины, где-то она посередине. Ну хорошо, подытожив, если вот такой короткий посыл от тебя, например, там, не знаю, начальнику гаражного отдела какой-то шахты или какого-то карьера, вот, чтобы эту шину они устанавливали и покупали? Ну, давайте так. Если у вас действительно машины ездят с ограничением скорости не более 60, и у вас действительно дороги очень сложные в плане, скажем, качества, в плане агрессивности, то вы не пожалеете о своем выборе. Эта шина достойно будет работать на карьере. Что касается ее дорожности, бездорожности, ну, наверное, выехать там 2 километра, доехать до сервиса, там, из гаража приехать в карьер, здесь никаких проблем нет. Но нужно понимать, что дорожная эксплуатация ее крайне должна быть ограничена, особенно зимой. Но на карьере эта шина, она, конечно, покажет себя с наилучшей стороны, в отличие от строительных шин, которые часто ставят туда же. Ну, карьеру. Скажем, да, такая царь шина по грузоподъемности и по возможностям эксплуатации на карьерах. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы заканчиваем наш обзор этой шины. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, YouTube и Дзен. И ждите следующих роликов, которые мы с Камилем уже готовим для вас. А их будет достаточно, потому что на сегодняшний день продукция именно в грузовой тематике, она поступает к нам. И есть о чем рассказать. Удачи вам на дорогах и безопасных поездок. До встречи. We'll be right back.